Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. В очередной раз придя управляться, хотел вам показать, насколько хорошо, когда свиньи живут на глубокой подстилке, теплом полу. Сейчас у нас на улице минус хорошо, градусов, наверное, чтобы не сбрыхать, минус 4, наверное. В сарайке здесь плюс, что там у нас, где-то градусов 14 или 15. Да, где-то так, в районе 15 градусов. Что я хочу сказать? Сейчас я еще, у меня есть сарай, в котором сидят свиньи на обычном полу. И вот мне, я туда как прихожу, это чистый ад. И здесь вот я прихожу, тепленько у них тут. Они вот сидят довольные. Единственное, он понасирали в углу, как любят, то единственный недостаток, что на сейчас будет мне, ну не сейчас, а по свободе приду, позакапываю вот эти вот какахены ихние, чтобы они, ну вот, нагребла чуть-чуть кучку здесь. Ну все, весь уход. Даже, ну единственное, да, вносить надо регулярно, бактерии вносить надо будет регулярно. Кстати, я сейчас в этом же видео покажу вам, выписал вот недавно. Выписал бактерии, посмотрите, как это все приходит, как это все выглядит, что оно из себя представляет. А вот результат, вы видите, да? Результат просто завораживающий. Если бы у меня, сейчас я зайду в соседний свинарник, покажу, какой там ад творится. Если бы такой срач у меня был везде, я бы, наверное, свиней не разводил. Мне туда идти не хочется. Ну да, просто у меня свиньи досиживают, так скажем. Скоро их в расход пускать надо будет. И вот они досиживают там трошки времени. Немало мне сейчас времени заниматься ими. Смотрите, вода не замерзает никогда в этих трубах. Температура, повторюсь, больше 10 градусов, туда же 15. Я сейчас на улицу выйду, чтобы вы понимали. На улице у нас вот такой творится снег. Видите, да? В принципе, лед позамерзал, снег. Ух! Запотела сразу камера. Ну ничего, сейчас мы распотеем камеру. Давайте я вам покажу, что называется, разницу. О, заходя сюда, воняет свинятиной так, что не продохнуть. Смотрите. И это, ну, сегодня утром тут убиралось, это срач, ёлки. Видно, не видно будет, не знаю. Но, в общем, поверьте мне на слово, это какой-то мандец. Смотрите, вот она тут понасыкала. Ну, свинка молодец, конечно, но это ад. Вон, понасирала там. Это опять все чистит сейчас. Это капец просто. А вот два у нас. Смирно! То же самое творится тут невообразимое. Летали кони, люди, свиньи. Еще и... Все было в говни. И это с учетом, что это вчера утром чистилось, все, сегодня утром чистилось, завтра утром буду уже чистить. В общем, поверьте, на слово, не испытывайте, никогда, никогда не ведитесь на прекрасные, удобные бетонные полы, которые надо каждый день чистить. А берите и сразу рассчитывайте сарай, делайте все вот эти вещи строго под глубокую подстилку, под теплый пол. И лучше всего возьмите фирму Водограй, она, во-первых, люди объяснят, пришлют, всегда качественный приезжает продукт. Работает, он даже работает намного лучше, чем они говорят сами. Они там, ну, как бы... жесткие там такие условия, ну можно даже их пере это самое, все равно будет работать. В общем, давайте сейчас мы посмотрим, как это все приходит, наш Водограй, как он все это работает, вы уже увидели. В общем, идем в хату, смотрим дальше. Давайте я вам сейчас покажу, как выглядит бактерии наш. Вот они пришли мне на почту, выписал. Кстати, по всем вопросам можно обращаться, вам объяснят. Мне тут обычно дают еще и кучу сопутствующих там
этих самых, скажем так, материалов. Ну, я давно беру у них, наверное, они необходимы. 100 грамм пакет. Давайте я один пакет разрежу, высыплю, чтобы вы понимали, что на себя представляет. Как его использовать, все это описано на сайте. Если у вас возникнут любые вопросы, обращайтесь по телефону. Да, я выложу в описании телефон. Вообще на сайте телефон, есть поддержка круглосуточная, в принципе. Ну, шучу, не круглосуточная, ну, вам ответят. В любом случае ответят на любые вопросы. Объяснят, как использовать, как делать. Вот наша бактерия, она представляет из себя зерно кукурузы, а именно на нем, я так понимаю, выращена сама бактерия. Как видите, ничего такого военного нет, но все это работает, работает отлично. Как я уже показывал в видео, если вдруг вы захотите заниматься свиноводством, разводить свиней, зарабатывать деньги, ни в коем случае не делайте бетонные полы, делайте сразу глубокую подстилку, и вы не будете знать проблем ни с чем. И это занятие будет настолько простым, дешевым и в то же время прибыльным. Потому что не надо будет ни говно носить, ни мочу ведрами, тоннами, ни нюхать вонизмы эти. Запаха нет, никакого... Ну, ничего, посторонних никаких, ни запахов, ничего нет, совершенно никаких отрицательных при содержании свиней отрицательных факторов не появляется. Ну, такая вот, видите, кукурузная крупа, на ней высажены бактерии. Да. Вот обратите внимание, вот так вот выглядит. Кстати, работает очень давно эта организация, это не то, что она первый день, я знаю ее уже 6 лет. В принципе, я только и начал заниматься свиньями, узнав о том, что существует вот такой способ обойтись без говна, грубо говоря. Соответственно, только из-за этого я и начал заниматься свиньями. Если бы этого не было, я бы, наверное, постеснялся, никаких свиней у меня бы не было. А сейчас 6 свиноматок, один хряк сидят, прекрасно зарабатывают мне деньги, по 2 раза привозят, по 2 опороса в год, и зарабатываю я на них. Короче, ну, грубо говоря, буквально за 2 года я заработал себе на машину стоимостью в 5 500 долларов. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обращайтесь, не тяните, не пытайтесь жить в говне, живите в чистоте. Зарабатывайте деньги на этом всем. Гарантированно все работает. Все будет прекрасно. А, мало того, еще и зимой подогрев. Дешевый, ну, халявный подогрев идет. Поэтому, ну, если зима, конечно, не минус 40. При минус 40 надо утеплять и сарай, там я не спорю. Но как у нас зима, вот я живу там, в Украине живу, Запорожская область. У нас зима ночью минус 7, днем плюс 5. Ну, плюс 3, поэтому вообще без проблем. Температура, вы видели, до 15 градусов внутри сарайки. А на улице минус там 3 будет, 4, ну, вот так вот. Все, в принципе, что я хотел показать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.